Вышли на улицу. Сейчас 11 часов. Прогулять волчонка и ждать почту. Но почта уже была. Чем мы ждем почту? Нам должна прийти посылка. И написано отслеживать эту посылку. Отследили, в общем, уже сегодня пришла. Вот, и уже написали, что в 10:42 посылка была доставлена. И, наверное, Томасу отдали сюда, в клинику. Лариса сейчас написала ему сообщение, что хотим посылку получить свою. Как мы ее можем у него забрать? У них везде тут стройка ж идет. Сегодня никуда не поехали. Жаклин сказала, она никуда не едет. Не знаю, как она работает. Какой у нее график работы. Поэтому мы дома сидим. И в пятницу она тоже никуда не едет. Да, наверное, у немцев так есть график. Такой, могут так. У немцев в 12 часов они у них обед. Строго обед. В 12 часов они обедают. Строго. А мы вчера ехали. Вот эта стройка идет. И вчера Том говорит, вот эта стройка, 18 лет ничего не строили. А сейчас получится, что наше вот это поместье дорогу сделают, будет прямо возле трассы. Вот, что сделают здесь дороги, будет машина. Ну, что тут строится, неизвестно. Кто что говорит, то говорят лаборатория, кто говорят какой-то центр. В общем, ничего не понятно. Ну, что-то строится. Какая машина классная. Ага, машина прикольная подъехала. Так что вот, как-то так. Вон, видите. И что главное, что и там будет строиться, там трактор стоит. И тут напротив будет тоже строиться. Все-все будет. Вся территория будет, в общем, в стройке. Ну, наверное, за 18 лет можно было эту территорию выкупить. Он говорит, мы хотели жить отдельно. От, ну, в общем, от всех вот этих вот машин, от всего, чтобы была тишина. А сейчас вот, в общем, покой будет нарушен. Земля не бывает, не может пустовать. Так что как-то так. Кита еще ничего не сообщил. Люди, видишь, выходят, выходят с него. Машина такая прикольная. Женщина с собачкой. Приехала собачку лечить. Посидим еще. Где-то, наверное, часик еще посидим до 12 часов. Потом пойдем домой обедать. В общем, не знаю, чем мы будем сегодня заниматься. Кроссовки свои сегодня помою. Шнурки повылаживаю, повытаскиваю. Ну и бандероль вам этот посылку покажу. Если тебе ее дадут. Если тебе дадут. Мама считает, нет, мы ее не получили. Нам пришло сообщение, что мы получили. Где у тебя там сообщение? Ну, опять новую я зайду. Введу номер. Видишь, как тут интересно. У нас на новой почте вводишь только номер сообщения. А здесь еще надо ввести свой индекс. А я думаю, что дура написала? Индекс ваш такой-то. А теперь мы знаем индекс. Да? Мы знаем и так. Вот у нас индекс есть в этом. Просто она написала. Я думаю, что... То есть надо еще индекс вводить. Ну, если я думаю, что такого не может быть, если пришла посылка 10:42, значит, пришла, так бы не написали. Уже не хочется посмотреть, что ж там есть посылки. Ну да. И вам покажу халяву эту. Продуктов там, наверное, 5 лет прислали. Может, продукты. Хотя хоть что. Длительного. На дурняк все хорошо. Длительного хранения. Или мы сегодня... А что ты будешь кушать сегодня? Не знаю, посмотрю. Рыбку? Рыбку, может. Или мяско? Может, мяско. Картошку, это точно. Юль, ты уже съела 2 килограмма дефалевской картошки. А вкусная картошка, да? Да, хорошая вкусная картошка. На ней было написано био.
Поэтому она, наверное, вкусная. Мне немножко расстроилось. Мы ж такие думали сегодня ж ехать в это, Гослар. Туда социал-службу в эту. И, видите, вот я же говорю, уже говорила и говорю, что как от кого-то, если зависишь, то это, конечно, очень-очень плохо. Хорошо, когда есть самостоятельный. Когда самостоятельный, ни от кого не зависишь, раз, поехал. На любой транспорт, если бы ходил, либо тут электрички, сел, поехал. Никого не надо просить, никого не надо ждать, ни от кого не зависишь. Постоянно подстраиваешься. Мы сейчас приду, в социал напишу это. Им письмо и отправлю по электронной почте. Отправлю по электронной почте и попрошу, чтобы они создали комиссию. Приехала сюда комиссия с переводчиком. Дам свой номер телефона. Вот. И пусть они посмотрят, что-то предпринимают, потому что так не годится. А я в депрессии не могу постоянно быть. Тут мы сейчас сидим. Тут, видите, он не только лечит животных. Тут он еще какие-то корма. Вот люди приехали. Корм какой-то купили. Наверное, заказывают. Может, знаете, как лечебный какой-то корм. Может, он ему как оптовику по каким-то сайтам дешевле. Ну, то есть тоже своего рода бизнес. Как-то так. Что мы никак не можем его допроситься, чтобы он посмотрел тигрулю и батона. Ну да, никак не можем допроситься, чтобы он тигрулю посмотрел и батона. У них вот этот течет, глаз течет один. Какой? Правый. Правый. А у батона уже и правый, и левый. Да. И не помогли ни капельки, ни антибиотик. Ну да, это кто-то нам писал. Хорошо, ветеринары. Когда поблизости. Хорошо. Ну, он просто забывает. У него, наверное. Может, забывает, может, ему некогда. Все ж, время, деньги. Чем больше денег платишь, тем тогда больше тебе внимания. Так. Так. Будем надеяться, что ситуация поменяется. Я думаю, все же надеюсь, что все равно, что эта комиссия к нам все равно приедет. Не то, как пани Фрики-то приехала. А пани Фрики, прикинь, 3 недели. Ну да, 3 недели и тишина. Я думала, только у нас такие чиновники, у них нет. Тоже, оказывается, чиновники, дармоеды есть, которые штаны просиживают. Но я, честно говоря, сама удивилась. Если она выходит, она вышла с нашей комнаты и не запомнила, как она в нее заходила. Можете себе представить. То есть человек не запомнил, что он... Лариса смеется потом. Вот. Но я была немножко поражена. Она молодая. Если одно дело, знаете, она была бы в возрасте, бы еще поняла. То есть она понимает, что она заходит, значит... В двери поднимается по лестнице. Ну, что там запоминать? Значит, не знаю. А я тоже вчера не запомнила, как мы заходили в этот центр. Ну, нет. Вот так вот растерялась. Тебе простительно, у тебя... 7-бэ? Ты старая уже. Что тебе? Я вечно молодая. Она молодая. Сколько ей там лет? Ну, 30-ка, может, не знаю. Даже, наверное, и то нету. Лет 28, наверное. И она выходит и заходит в такую сразу дверь направо. Она говорит, туда открывай дверь. Я говорю, не-не-не, говорю, идите прямо, говорю, спускайтесь. Ну, и вперед же пропустила, провожаю. Я смотрю на нее, думаю, странно, однако. Она... Ольга это тоже смеется. Ну, немножко как-то неправильно. Мы ее очаровали. Наверное, мы ее так очаровали, что она, наверное, не... Запомнила, куда входила и куда выходить. Я серьезно вам говорю. Ну, да, я такая на ней, Ларисе потом говорю, слушай, интересно, а как она, говорю, потом будет, говорит, если она говорит, я буду искать что-то там,
какие-то жилье и все такое прочее, будет заниматься там таком. Говорю, как она вообще, говорю, занимается? То есть, не знаю. Да нет, это был сбор статистики, она нам не приезжала помочь. Да? Лариса сразу сказала, говорит, она нам не поможет, говорит, она собирает, говорит, вот эти бумажные волокиту, короче, делает такую, что, ну, так вот, а бы что? Ну, ничего, мы им вот напишем. Они переслали наше письмо, что дай этой фрике, ну, в ихнюю контору, ну, что, они же нам тогда написали, дайте свой телефон. Ну, мы как-то вот это чуть спустили на нет, ну, ничего. Ну, мы же думали, что мы тоже сегодня поедем. Да, мы просто такие думали, что думаем, ну что писать, надо туда лично ехать. И лично, а в среду они не работают, потому что мы вот это когда были в этой Тафеле, нам там наши тоже переселенцы, вот, земляки, говорят, в среду они не работают, говорят, потому что, говорит, у них там какой-то профилактический день, говорит, только понедельник, вторник. Четверг и пятница. И надо же тоже теперь еще перерегистрироваться в этом жоп-центр. Ну, этот, в этот центр занятости тоже нужно нам ехать. Ну да. В общем, дел еще много как-то, знаете, такое. Найдут они там какую-то нам работу, не найдут. Мы по каким-то такими шагами идем, муравьиными. Ну, согласись, если бы у нас был вот так вот автобус, мы бы сели. Ну да, поехали. Мы бы никого не ждали, мы бы так встали бы и поехали, что нам? Тем более сейчас, говорят, проездной будет, общий проездной 9 евро. О, ну нормально. Ну, если не будет бесплатно, нормально, да, не бесплатно, да. 9 евро, даже если 20 евро нормально. Конечно. Если ты, например, живешь в городе и ездишь. Конечно, купил этот проездной, все, на месяц. Да, хорошо. И можешь ездить на ЖД, на автобусе. Да? Это для переселенцев? Это, да, сказали 9 евро, ну, как вот для у них, для малоимущих. Ну, ну а что, нет, что, нормально. Даже если двадцаткой, правда, да? Заплатил, будет нормально. Mm-hmm. Не парься. Ну, хорошо. Ну, я же говорю, что у нас вот это с транспортом, мы не то, что мы такие вот ленивые, и этот, а так действительно, только жрешь и толстеешь. Ну что, врач тоже говорит, ну не может быть такого, что нету транспорта. Да. Он говорит, садитесь на автобус и доедете. Мы говорим, да нет. И она стала смотреть по карте, где мы живем. И говорит, о, действительно, как, нету развязки. Вот так. Ну ничего. Они же пообещали нам искать квартиру. Может, они нам найдут. Кто? Том. А, они. Ну ты вчера рассказывал. Ну рассказываем о службе, ты говоришь, они пообещали. Кира, ну знает, Том же вчера, ты кого ты имеешь в виду? Обещала Джеки с Томом. Ну так мало, пообещать это не значит сделать. А вдруг они найдут? Может быть. Если у них времени нет, все не заняты. Просто мы им говорим, что не можем же постоянно сидеть здесь. У нас, короче, одна проблема. Наша песня хороша, начинается. Не говорите. Ладно, посылка, нам нужна посылка. Ну, а что в этой посылке, я, конечно, вам покажу. 11:43 только еще. 11:43. 12 часов обед. Кстати, немцы говорят строго в 12 часов. Должны обедать. И Ольга говорит, у них тоже в семье. 12 часов, говорит, должны, говорит, обедать. Ладно.